Класс паукообразных под класс членистоногих или просто клещ. Это крошечное насекомое вызывает трепет и опасения у каждого, особенно в весенний период. Он является переносчиком тяжелых заболеваний и опасен как для человека, так и для животного. Только у братьев наших меньших заметить его гораздо сложнее. Да и вероятность подхватить клеща в разы больше. Клещ является переносчиком многих заболеваний, но самый опасный в нашем регионе – это бабезиоз, пероплазмоз, который более актуален и опасен для собак. Поэтому врачи вновь и вновь настоятельно советуют обрабатывать собак и кошек, причем начиная с февраля. Существует ряд препаратов – это пероральные таблетки, у которых пролонгированные действия от месяца до трех. Есть капельки на холку, которые лучше использовать в комбе с ошейниками. Но нужно не забывать о том, что препараты могут быть антагонистами, и смотреть, чтобы они не блокировали действия друг друга. Для каждого питомца средство обработки подбирается индивидуально. Если после этого клещ все же впился, препарат следует сменить. Вытащить насекомое можно самостоятельно или обратиться в ветклинику. Место укуса обязательно обработать и наблюдать. В случае заражения признаки болезни появятся в течение 10 дней. Если вы на второй-третий день видите, что собака апатична, отказывается от еды, то есть желательно уже обратиться к врачу и начать диагностику. Вялость, слабость, температура – главные признаки болезни. Яд насекомого, попадая в кровь, действует на все органы животного. Лечение проводится однократным введением препарата. Но до такого лучше не доводить, вовремя обрабатывать своего любимца и тщательно осматривать после каждой прогулки. Полина Бахова, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».